Собачье сердце. Глава 6. Краткое содержание. Медики пытаются воспитать свое творение, привить нужные навыки, образовать. Вкус шарика в одежде, его речь и повадки нервируют интеллигентного Преображенского. По квартире висят плакаты, запрещающие ругаться, плевать, бросать окурки, грызть семечки. У самого шарика отношение к воспитанию пассивно-агрессивное. Ухватили животину, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Пообщавшись с домкомом, бывший пес уверенно оперирует канцелярскими терминами и требует оформить ему удостоверение личности. Он выбирает себе имя Полиграф Полиграфович, фамилию же принимает наследственную – Шариков. Профессор выражает желание купить любую комнату в доме и выселить Полиграфа Полиграфовича туда, но Швондер злорадно ему отказывает, припоминая их идейный конфликт. Вскоре в квартире профессора случается коммунальная катастрофа. Шариков погнался за котом и устроил потоп в ванной. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.